Здесь нужна моя рука. Да, ведь человеку 34 года и зовут его Денис. Какое ужасное меню. А, оно мне еще и зависло. Она зависла у меня, пацаки. Это просто, это уже кал. Просто кал полный. Она уже зависла у меня даже в меню, понимаешь? Can you look into it, detective? Oh, and don't worry about Basha. Hopefully, she'll still be sleeping when I get back in a few hours. But I gotta warn you. She я еще минут 30 послушаю его, потом скажу хватит. I understand. I love dogs. And I'll start an investigation right away. You go be with Kaylee. Прикольно. Что-то как-то прикольно. Пытались воссоздать реализм. Ну, переборщили. How are you, baby? Уже в принципе всю игру подготовились к рождению ребенка, а родился очередной Саша. Они такие: не, лучше вообще ребенка не иметь, чем иметь сына Александра. Поэтому они расстроились, и произошло что-то не совсем приятное. Скорее всего, его отдали в дурку сразу. Сколько можно ждать операцию в КС-ке? А ждать не нужно. Операция Jungle Blade на Epic Drop — это лучшее, что могло с тобой произойти. Почему? Да потому что операция стоит 600 рублей, но для тебя по специальной ссылочке снизу она бесплатная. Экономия на ровном месте. Да потому что первые квесты операции — это подписка на соцсети, открытие бесплатного кейса и прочая легчайшая хрень. Да потому что уже за 15-й квест ты получишь случайное тайное АВП, за 30-й и 45-й перчатки, а за 60-й последний квест операции ты получишь гарантированный бесплатный нож. Операция продлится всю весну. Прогресс квестов сохраняется. Выполнять задания можно хоть каждый день, поэтому советую начать тебе прямо сейчас. Ссылочка находится снизу. А в этой Рихаус вот есть. В смысле, за ту, блядь, я ебу, что тут делать? И улики какие-то искать. Что, к каждому предмету подходить? Это же, брат, что нужно делать? Просто ходить и что? Бля, блядь, отражение даже.
чем Милана орёт, я не пойму. Нормально же всегда было. О! Он на что подписался? Если сейчас какая-то резкая будет хуйня, я просто вот эту игру выключу. Собаку съели уже, все. Нету ее. Не храпит никто. Все, короче, я занят и пошел. В чем проблема, блядь? Тут просто взять и уйти отсюда. Если тут неприятно находиться. Like my place. Здесь нужна моя рука. Рот закрой, сука. You are a friendly? Чтоб вас волки ебали, а? Говори нормально! Скотина! Сейчас баный блок! Кто, сука, это сказал? Где ты? Дональд Эскобар, ебаный бан. Все, бан, чучело. Дед, привет. Привет. Давай в Warface скачивай, играть будем. А, сейчас как раз. Ты, кстати. Так, если с компьютера я разобраться, то я хочу играть, поищу, говорю, поставлю, что проявился в списке через Кэнси. Чизкенский. Вот это какое? Это Кацкие. Кацкие это последнее. Нет, вот цифра 3. Кацкие это 3. Шарские 6. Чизкенский я фотографирую. Колский. Такое чувство, как будто он там шоркает. Я не хочу в это играть, но это конченая хуйня, блядь. Сейчас я пойду, нахуй, эта хуйня за мной пойдет. Нахуй мне это надо. Сука, еще свет не включается. Я сейчас удалю ее вообще. Не хочу в это играть, тупорылая. Должен страдать. Может, она просто сейчас рандомно нападать будет. И нахуй мне это надо. Какая тут цифра? Какая тут цифра? Я ее не вижу. Я не вижу ни одной цифры. Тут нет цифры. Где ты увидел цифру 7? Тут нет вообще цифр, чел. А, типа коробок имеется в виду рядом стоит. Это же брат. Ноль.
7415. О, блядь. Пиздец. Is Kaylee home? Have you fixed her cam yet? I was thinking we could have a little, you know, hour time while she's away. Oh, hey, Bella. Yeah. Kaylee's with her parents tonight. Дузик это Тарапкин. Чуть. Ну, блядь, корова. Переводится, что там искать? Корова. Ну, спасибо. Ты чё? Я буду гилить. Что за гил, бля? Да что за бред? Что-то я не это... Что за хуйта, блядь?
Не, не идет. Баба. Нет. Да ёбаный в рот! Да ты чё ебанил? Ля, сука. Падла. Да. Ну и система. С роля. Боже, это давн байтит на донат или реально так играет? На деда, можешь играть дальше, чел. Смотрю тебя со Smart TV и хотел бы спросить, да. Ты реально так играешь или реально тупой, как Варина? Что случилось? Тупое пожилое создание. Ты Жичка дурак? Да, ты можешь нормально, я что-то забыл, там что-то гранер. Да сука, я забыл, нахуй, чё там? Граннерс. Ну и чё? Ты чё, прикол, блядь? Не работает. Шоп. В смысле, ты чё, прикалывайся? Ты дура? Блять, у меня интернет не работает, наверное. Ну? Тут Enter не работает, сука. Это фамилия вообще-то. Краслер. Трагическая утрата заставляет сообщество задуматься о психическом здоровье. 15 июля 2020 год. Маленький городок Залупилд, штат Залупания, потрясла трагедия, оставшая его жителей в шоке и в трауре. Миссис Сьюзан Краслер, любимая жительница, жителями города, покончил с собой, повесившись на дереве на заднем дворе. Новость о ее конче быстро распространилась по городу, как конча по делу. И многие пытались смириться с потерей кончи. Чем эти звуки? Нет, ничего. Ой, бля. Собаку съел. Нахуй. О, вау. Can you help me? Can you help me? Is anyone here?
What happened? What do you want? Блядь. Где ты заебал орать в микро, тебе нужно не с бабкой общаться. Тут как бы другие еще есть в доме, намек понят? Holton, it's me again. Listen, just stay quiet. Ебать, ты тупой? Okay? Даже бабка мертвая уже заебалась выносить твои затупы, дубина. Или в конструктор его играй. Хотя ты там даже затупишь и шаг. У тебя развитие хуже, чем у ребенка годовалого. Лох, кузнечик. Something is not right here. It's like someone wanted to sweep it under the rug or something. This is so bizarre. I need some time to process this, and you should probably see a shrink or something. Бабка сука дышит в спину, чувствую. I'm done. Don't try to reach out to me. I'm dead serious. Бабка, иди нахуй. Бабка ебаная в спину дышит крыса, сука. Иди ночь за ночью, перед тем, как погрузиться в сон, наши взгляды переплетались. Байка, это, наверное, ребенок, что ли? Или собака? Ну, в принципе, это почти что плюс-минус. Пена, давай не надо. Of women's lingerie. Да нет. Это какой-то не игра, ну дота. Искать. Нормально.
нет, блядь, я хуй знает, бред какой-то, вообще ничего не понимаю. Ну и чё, блядь, искать эти ебаные фотки, где уже все обошел, ничего, как бы одну только вот нашел, вот он вначале просто подсказал, где она. Ходишь как и шаг, вообще хуйня какая-то, игра вообще на самом деле чушь. Да, это не игра, это насрал гейминг.